Привет, друзья! Такая тема для обсуждения сегодня. А надо ли делать профилактическую обработку фиалок от разных вредителей? Многие спрашивают, многие интересуются. Я не поддерживаю мнение, что надо делать профилактику. Там летом особенно говорят, что там клещи залетают. Не знаю я, не помню я, чтобы у меня клещи залетали с окна. Не было такого. И трипсы тоже, кстати, не было такого. Вот. По поводу обработки, именно профилактики. Я не могу понять, зачем она нужна, потому что толку от нее никакого. То есть, если у вас растение априори здоровое, то зачем его травить? Если оно у вас уже больное, зараженное, то его уже просто надо травить, и травить уже нормально. То есть, надо брать и уже просто по схеме обрабатывать все эти растения. Понимаете, нету смысла, вы же когда травите и вот эту обработку делаете профилактическую, вы же травите не только растение само, которому тоже тяжело, особенно если это весной и летом, вы же и себя еще травите, ребята, вот что плохо. Вы свой организм травите, потому что когда вы уже лечите, то вы, конечно, получаете колоссальную дозу этого яда. Даже там вот эти вот всякие респираторы, что бы там ни одевали, перчатки. Да, конечно, хорошо, меньше доза, но все равно. Какая-то доза, пусть там и препараты у нас био, и какие-то эти, все равно идет какая-то интоксикация на ваш организм. Вот, поэтому я не вижу смысла, то есть, вот делать профилактику. То есть, пройтись, типа, знаете, там, попшикал-попшикал по полочкам, типа, ой, все, класс. Фигня все это, полная фигня. Не надо ничего делать, просто следите за здоровьем. Если даже у вас есть какие-то подозрения, не хватайте сразу за химию, за препараты. Попробуйте, понаблюдайте. Трипса вы увидите и так. Если трипс появился, вы его увидите сразу же на цветке. Тут уже не обсуждается. Тут сразу он уже прыгает, вы его тут видели, вот он бежит, все. Если он бегает, прыгает, все, это значит трипс, и надо травить все. Это уже однозначно, это даже нет такого, что прям там вот точечно вы протравили, или там один стеллаж вы протравили, а вторую вы не стали. Там, или одну полочку вы протравили, а вторую полочку вы не делаете. Или там один цветочек, а второй нет. Трипс — это надо сразу травить все, травить нещадно, травить по системе много раз. Вот. Если кому-то интересно, я создам эту тему, я расскажу, как бороться с трипсом. Вот. Клещ. Что касается клеща, то с клещом можно спутать старый грунт, будет забиваться серединка, пересвет. Вот. Это вот такие же признаки первые, как появление клеща, вот такие же признаки есть и у растения. То есть, если вы подумали, что у вас клещ, посмотрели, забивается серединка, прям вот забивается, загустела, тра-та-та, там прям вот такая волохатая, некрасивая, все, капец. Пересадите сначала растение, вспомните, когда вы его садили, а еще лучше пишите, как я пишу на палочках, дату пересадки, посадки. Вот. Это у меня инка хлопок, красавец. Смотрите, какая красивая девочка стоит. Вот. Посмотрели, когда пересаживали. Пересаживали год назад, ребят, пересадите, это однозначно. Если вы не пересаживали, если пересадили недавно, посмотрите, какой свет. Если у вас яркий свет, то есть прям сильно, то оно может тоже загустевать. Растение прячется, оно вот просто забивается, оно забивает центр вот роста, понимаете? Вот. Если и это вы уже исключили, тогда да. То есть, вот просто так, вот как бы там два раза в год, или там, знаете, как летом и весной, осенью, вот осенью там, типа, когда коллекцию там вот вроде как окна закрываем, уже все, вот надо тоже ее протравить, не надо. Вы увидите, когда растение больное, оно вам само все скажет. Просто единственное, что не надо запускать. Смотрите, просто их почаще. Я при каждом кополиве беру прям каждую эту, рассматриваю, что к чему. То есть, понимаете, если увидела где-то что-то не так, или сомнения, уже давайте начинаю наблюдать. Всякое бывает в коллекциях, можно принести все, что угодно, и трипса, и клеща, и мучнистого, все, что угодно можно занести с любым растением, с любым этим, то есть... Особенно в магазинные. Вот растения — это сразу беда. Это карантин однозначный. Там никакой профилактики, там сразу карантин, сразу несколько обработок, потому что можно занести всякую дрянь. Потому что я даже видела лично невооруженным глазом в магазинах, в
таких цветочных прям, ну, вредителей. Так что вот такие вот дела. Так что я считаю, что не надо. Вы как хотите, конечно, делайте, понятное дело, но это лично мое мнение. Я считаю, что просто так обрабатывать растения не имеет никакого смысла. Просто вообще. От слова вообще. Не надо его обрабатывать просто так, не надо его травить лишний раз, и не надо и себя травить. Так что будьте здоровы, пусть ваши цветы будут здоровы. Подписываемся на канал, лайкаем, задаем вопросы в комментариях. Все, всем пока, до новых встреч!